Журнал прощается с Сергеем Марковым. «Голос края» – первый телеведущий мужчина на Алтае. В профессии почти 50 лет. Церемония скромная. Семья, коллеги, друзья хоронят Маркова в закрытом гробу. Диктор лечился от коронавируса. До этого попал в больницу с переломом. В итоге провел в учреждении почти месяц. Умер от инсульта. Маркову было 79 лет. Говорит и показывает бурнаут. Эту фразу знают тысячи жителей Алтайского края. Уже в 18 лет Маркова пригласили на телевидение. На родной ГТРК он проработал более 40 лет. Идя на демонстрацию или на парад, я слышал его голос. Приходил домой после парада, как говорится, демонстрации, с хорошим настроением. Я слушал новости, в которых опять же этот слышал голос. Поэтому назвать просто его диктором я никак не могу, потому что он был журналист и диктор одновременно. Есть один способ, на самом деле, как не стать усталым мэтром. Известный способ, ничего нового. Надо просто время от времени менять сферу деятельности. Вот Сергей Марков, на самом деле, перепробовал, наверное, с пяток-шесток телевизионных профессий. Вот, мало того, что он был главным редактором, был ведущим телепрограмм, пытался делать телемемуары, то есть сделал авторские программы. Ушла легенда, и уже сейчас ясно, второго такого Сергея Маркова на алтайском телевидении никогда не будет. Сергея Степановича знаю 40 лет. Глыбище, конечно, он не просто из первых телевизионщиков Алтая, он из первых телевизионщиков страны. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.